Первый домашний матч в 2021 году. Зрителям наконец-то разрешили заполнить трибуны ФОКа Заречье и долгожданная победа. Это все об игре Нижегородского волейбольного клуба АСК против Белогорья. Хозяева площадки не без труда, но одержали победы в трех партиях: 25-20, 25-20 и 25-22, тем самым завоевав победу. Диагональный АСК Дмитрий Виицкий стал лучшим игроком матча. А впереди у АСК очень важный выезд в Сургут, где команда проведет две игры подряд против местной «Газпром-Югры». От мужской команды по волейболу не отстает и женская. Нижегородская «Спарта» отправилась на выезд в Челябинск. В прошлом матче с «Динамо Метар» нижегородки дома одержали победу в 5 сетах 3-2. Поэтому в ответном матче зрители ожидали не менее яркой игры. Так и вышло. Самой зрелищной получилась первая партия. Обе команды были заряжены эмоционально. 30-28. Первый сет за «Динамо Метар». Редкий счет для волейбола. Дальше интрига только увеличивается. Вторую партию забирает «Спарта» 23-25. В третьем сете хозяйки площадки вновь выходят вперед 25-18. В четвертом сете спартанки за счет характера переворачивают в ход встречи и побеждают 15-25. Игра переходит в пятую партию, где нижегородки уже не отдают победу 8-15 и итоговые 2-3. Есть первая победа в 2021 году. В следующем матче «Спарта» встретится уже дома с другим «Динамо» – московским. Матч пройдет со зрителями. Всю информацию можно уточнить на сайте клуба. Артемий Катков, «Время новостей».